о двух украшениях и в первую очередь о сережках. Так как магазин специализируется на украшениях с кубическим цирконием, серьги усыпаны именно этими камнями. Благодаря им сережки переливаются как при естественном, так и при искусственном освещении. Необычно то, что встречаются камушки небольшого размера, и это делает сережки необычными, отличными от, например, сережек люстр. В момент заказа цена сережек была $13.70. Продавец обещал, что серьги снова станут доступны скоро для заказа, но какая будет цена, я не знаю. Сережки замечательно смотрятся, как с распущенными волосами, периодически притягивая к себе внимание переливами камней, так и с забранными волосами, которые сделают акцент на сережках. В последнем случае желателен идеальный макияж.